на этом потрясающем, замечательном мероприятии. И мы, безусловно, рады разделить этот прекрасный вечер с вами! Следующая песня как раз про то, что нужно, в общем-то, позитивно смотреть на жизнь, несмотря на все перипетии судьбы. Слушайте, этот человек с нами очень давно, судя по всему. Когда-то она называлась One Step Ahead, но теперь она называется Феникс. И мы все сейчас вместе расправим свои крылья и полетим навстречу светлому будущему.
еще раз проверю, как ваше настроение. Так, пока надо немножко охладиться между песнями. Да? Тебя все хорошо все? Отлично. Горячо? Не слышно. Так, в зале. Тишина. Какая тишина в зале, говорят. Друзья, вы здесь?
но нам пока снизить. Следующая песня написана по мотивам произведения «Портрет Дориана Грея». И называется она, как вы думаете, как? Портрет! Портрет! Именно! Praise the Sun. Браво! Будем сейчас восхвалять солнце вместе и последние летние деньки.
это жарко, у меня же микрофон из рук выпал. Ну что вы, ну, по себе похлопайте. Жару такую создали. Такая тишина прям. Ничего страшного, если не случилось, не переживайте. Все с ним хорошо. Следующая песня располагает, да, у нас к тому, чтобы уходить за грань, я правильно понимаю? Да? Это какая-то магия. Какая-то магия происходит, прикиньте, у нас вообще такое впервые в жизни. Это какая-то бешеная энергетика. Это... Что, там записалось что-то? Что, проверить гитару? Замьюйте гитару. Замьюйте гитару, пожалуйста. Вот. Соловьим. Ахалай, махалай. Не, на самом деле это сэмплер. Я случайно нажал. Все, можно включить. Спасибо. Вот такая магия, прикиньте, друзья. Ну вообще класс! Вау! У нас такое впервые, значит мы тут нашаманили очень хорошую энергетику. Но волшебники, колдуны, я бы сказала. Сейчас мы как раз таки зажжем костер. Да, молодец. И мы будем уходить все вместе за грань. За грань! We'll be right back.
Так что, друзья, которые комфортно расположились за столиками, давайте сделаем так, чтобы на площади не было свободных мест. Следующая песня у нас посвящена... Пускай ее объявит наш барабанщик. Сегодня день сюрпризов. Так, сбавляем градус. Объявлю песню я. Песня называется «Свет надежды». Вы все знаете, что надо делать. Здесь, кстати, есть вот человек в футболке. Вот. Надежды нет, как вы лучше, что пройдет.
глубины души растрогана. Давайте так всегда у нас будет. Следующая песня. Следующая песня. Что-то такая грубовая тишина. Друзья, как ваше настроение? Давайте. Все хорошо. Что как-то поникли. Ну да, песня такая светлую грусть на нозе. Да, наверное, вы больше хотите, да, просто поэтому, да. Да, давайте. Есть у нас. Следующая песня, тематическая, да, все, ну, вы знаете, да, куда вы пришли. Пришли на фестиваль Symphony of Wings, мероприятие, которое посвящено полету, крыльям. Возможно, вы уже были рядом с фотозоной. Кто был рядом с фотозоной? Ой, друзья! Друзья, значит так, после нашего выступления все дружно идем в фотозону, во-первых, сфоткаемся с вами на память, конечно же, и там еще есть крылышки всякие, вы там себе фотографии других на память сделаете. Ну что вы, как, не знаете, что вы когда пришли, что тут такого для вас всего интересного приготовили, вот, а вы как это так это стесняетесь немножко, вы не стесняетесь. Тут очень уютно, хорошо и прекрасно. Так вот, на чем я остановилась? Да, мероприятие это посвящено полету, крыльям, да, вот это вот погружение через вот эти вот все воздушные элементы. У нас уже есть песня, конечно же, «Феникс», да, тоже там можно притянуть. Но мы решили для вас подготовить кавер. На самом деле все группы готовят сегодня такие подобные сюрпризы. Вот. И эта песня тоже в какой-то степени посвящена полету. Это песня моей любимой группы. А моя любимая группа Iron Maiden. Ладно, все. А песня, вот кто может быть здесь есть? Нет, подождите, полету крыльям. Полету крыльям. Flight of Icarus. Flight of Icarus, конечно же. Все, давайте вместе зажигаем и летим. Готовы? Yeah.
классной, волшебной, магической компании проходит очень быстро. И настало время последней песни. Поэтому хотелось бы... Она не будет последней! Это завершающая сегодня! Она будет крайняя! А-та-та! Кто-то говорит! А-та-та! Ну, завершающая на сегодня мне нравится, да. Наш сет завершающий, потому что впереди... Смотрите, как... Интересно. И у вас она не будет последней. И у нас она не будет. Ну, вас впереди еще ждет очень много песен и сегодня от других прекрасных групп и от нас. Поэтому, так как это завершающая наш сет сегодня песня, подходите ближе, покажите класс вообще, как надо зажигать, да? Мы надо побольше огня еще дать, чтобы вот сюда следующие музыканты, ваши друзья. Пришли, и вот они вот уже от этого всего зарядились бы. Итак, песня называется «Возвращение короля». Thank you.
пригласите, пожалуйста, господина фотографа.